Fine. Survivor, this... Here is what I...
Oh,
Alors. Появилось.
Где будет дальше? Норм, а летать хуёво, да, охуенно. В честь этого я поем ежевики. Дай дунуть, дай травы мне. И сама дунь. Надо раздразнить, охуенно. А чё из жирного вываливается? Сала нет?
режь. Я ж обижал тебя специально. Щерится. Тряпки. Надо больше тряпок. Да. Там. Съедобный человек. Что? Ты же видел этот ролик на Ютубе? Вы кто? Я вас не звал. Идите нахуй. Нажми, пожалуйста, сотрудничать, тебя обворуем. Так нам и надо было пилу найти. Его зовут Роско. Найти двоеточие. Пила. Понимаешь, это не... Нет, я думаю, Надь, пила ты. И тебя не зовут пила, это глагол, что ты делала. Че, нахуй нам уходить? Можно вверх стрелку нажать, и все будет заебись. Блять, у меня травы не осталось. А, играл в Don't Stack, скидка за сам бесполезно, ну, она иногда нужна была. Нам надо делать оружейную и делать оружие, потому что наше оружие слишком херовое. Делать еду нам надо. Вот если мы сделаем оружейным, мы изданем лук, короче, и сможем хуярить кроликов с оленями. Наркоман Павлик без травы. Короче, потом. Блэд, ты карту открыл? У меня вообще травы нет. Сабли на кролик, охуенно. Доставь прямо на дорогу посередине.
Вон, повернуть можно. Что это можно? Ну вон. Наведись на мачете, что надо, чтобы его сделать. Может, покажет. Бля, почему я не могу использовать саблю вместо мачете? Слушай, короче, нам нет смысла делать посол, чтобы это не значило. Потому что нам нет для пуза ничего. Нам и нет смысла для двух, потому что у нас нет мачете. Можно, конечно, просто сделать на всякий случай. Ну, сделай, чтобы сразу использовать, и если что, потом. Чтобы ресурсы, короче, не ушли на другое. Это похоже. Вот этот судья похоже на ружье, сделанное из костыля, короче. Блин, а посол похож на мобилизатор какой-то, чё? Это пшикалка, короче. Ну, тут это говорю. Вот. Так называется? Че, правда? Подожди, мы можем пойти на третий квест, потому что квест требовался для оружейной. Вообще давно пора поесть. Вообще. И чё, из дерева будем, блядь, кашу варить? Ну. Давай, делай быстрее. Может, кукурузу можешь сварить? Блядь, они строят деревянное дерьмо. И почему это называется кухня? Заебись. Ягодный сок, блядь, рыба на гриле с горошком, блядь. Спинка. А чё, а кукурузу нельзя просто схавать? О, у меня еда есть. Смотри, у меня есть жрачка. Короче, у меня жрачка 35%. У тебя сколько? 44. Здесь газировка. Газировка для пирата, заебись. Банки алюминия выкинь, а то как бомж ходишь по помойкам, собираешь их? Пятьдесят 3 килограмма банок набрала. Ты рюкзак выложила? У меня вид другой. А у меня? Ну, он шкуру выложил. Кирпичи. Бля, шляпа пираты весит 2 кило 300 вообще просто. А, она из чего сделана вообще была? Алюминиевая шляпа пирата? Виллы можешь выложить. Нахуй тебе это нужны? У тебя еще одни есть. Биту. Нахуй. Ой, я зато бутылок не собирал. Нахуй труба туда же.
Слушай, из этих труб, по-моему, можно раскладушку нормально собрать. Разные. У нас две трубы. И чё, раскладушка будет плохой, если они будут из разных труб? Ворона на склад сейчас положу. Я почти в сундуке нашла. Суровое. Суровое детство вороны. Слушай, смотри, вот написано перевес 140. А у тканевого рюкзака перевес 60. Я думаю, надо рюкзак другой одеть, если честно. Я уже одел тебе другой рюкзак. Скорее всего, ты мне ничего не одела. Нет, тёртку надо оставить. 2x шкура животного, кукурузные почки. Так. Ебать, а чё так досок много? Где я их взял? Солонина, пила, лекарства. Шляпа, брошенный ручной защитный шлем, фонарик. Ну все правильно, медвежонок дает лучше. Подожди, а лук-то ты сделал только себе? Я тоже хочу себе лук. И... А, подожди. Нам надо кирпичи. А чё всё? О, смотри, брони, элементы, оружие. Я знаю, я тебе говорю, что цех можно сделать. Видишь, что пишет? Брони, элементы, оружие. А чё бы нет? Ну вот. Можно вот сюда в середину колечко. Оп, заебись. Они ничем не отличаются, но это цех. Можно шапочку рождественскую сделать. Сама сказала. А, вот, это водичка и... Это не кукуруза, это подснежек, или как там называется. Где-то здесь, видишь, кукуруза. А, там три штуки надо, потому что написано. Потому что у нас... Да нихера, у нас слишком мало кукурузы. Видишь, два. Так я же выложил все. Ну дай проверим. Ну сделаем один чай. И что дальше? Там кукурузный чай. Давай что-нибудь. Я хочу есть. Ого, нихуя себе. А чё кого качать надо в первую очередь? Давай себя, может, жизнь будет.
какая разница? Стрел, автомат, винтовка. Снижает эффект от сильного жажды. Взять эту штуку сразу. Нифига, это пока он накапливается, пока мелкого уровня. У нас два человека до сих пор. У нас же была пила, мы ее отдали. Это бред. Все, что лежит на складе, должно быть в общаке. Потому что, видишь, он показывает ноль у человека и столько-то, короче, в общаке. У нас вообще нет пилы. Потому что мы отдали ее тому чурине. While you were away, it's pro- you up, I'll try to- Thank you.
Разве не справится обратно? Нет, просто он бежал, а ты принес. Поешь травы. Чё, ломай? Ломай! А, подожди, подожди, дверь можно закрывать обратно? Нормальная кровать, иди сюда. Прямом, ты же пират, а я медведь. Хера сюда было, здесь тут ничего нет. Чё ты зависишь? В этой игре очень много негров. Почему у них в карманах нет сникерсов? Никто не носит с собой соленые орешки. У тебя должно быть в карманах то, с чем ты умер. Правильно? Много кто берет свой бутер. Или что-нибудь еще. Говно в штанах. Вот и много говно в штанах. Вообще хочу есть. Даже дальше не забывайте. Бля, да еды все равно нет нихера. Как быть? Еблись. Поищи в ванной еды. Эй.
Бля, это так хуёво, если мы просто сдохнем от голода, короче. Будет вообще никого не весело. Сколько у меня процентов? 37? Еще вот, ладно. Сейчас дойдет до того, что мы пойдем в лес искать, короче, ебучие ягоды. Короче, больше энергии потратим, пока мы ягоды и вместо того, чтобы... Ну, заеб... Ух, нихуя себе! Не, подожди. Он охуевший. Хуяк! Хуяк, сука. Кто теперь большой пацан? Ну я немножечко обосрался. Прикинь, реально классный ход ввести гигантского ёбка, короче, блять. Переростка пиздюка, который всю жизнь сидел на подушечках Cosmos Stars и из-за этого вырос, блять. Ну или там нарастил. Смотри, кто? Кто, блядь, себе в спальне, сука, ставит железные, блядь, шкафы, блядь? Что это за хуйня? Я куплю в Икее самое дешевое, чтобы больше не ломалось. Блядь, слишком сложно. Я ж его даже не трогал, он сам въебнулся. На! А, блядь. Надо думать. Ням-ням. Это ж такое чувство, ты мне вот эту лечебную траву принимаешь, они как будто гомеопатия, блядь, лечится. Ну, я про чё и говорю. Как можно пожевать травы и сразу стать на четверть здоровее, чем ты был до этого? Как плацебо. Да ну, гомеопатия, я и говорю. Где? Где розовая туалетка? Хоть что-то в этом мире хорошо. Где ебучий сигнал? Травы. Я только что дома. Careful, your thirst level is dangerously. Кажется, скоро мы будем как Бир Гриллс пить свою мочу. Дверь.
governor of Bukovec City. Can anyone hear me? Oh, it's you, survivor. No, there's nobody there. It's true. Давай заканчивать, мы уже все облазили. Нет, подожди. Нам надо отойти от этого дальше. А почему Hello? Зомби до сих пор? Oh, no. Если рядом зомби, он не дает просто. Убейте или сбегите, короче. Какая разница, из чего я бы пил? From the looks of you, I don't know what, but for a strong, maybe, no matter. Fine. Now that you've placed the first stone of your building. Спасибо.
ящик положил. Сколько у меня вообще шмоток? В ящик пойдем, скидывать не нужно. Но это уже второй уровень, конечно. Видишь, он плюс 5. Хочешь, не ешь. Не буду, он восстанавливает выносливость и все. Надо поесть. Может, мы можем что-то приготовить? Это мне давать не стал. Да, он со мной. Давай пилу положим. Ну, база прокачана, поэтому я думаю, да. Это что у нас? Цех. Да, блядь, надо что-то уже делать новое. Вот я же говорю, она из костыля сделана. Из шпингалета.
Пошли. Вообще четверо, говорит. Кто нас смотрит? Отзовитесь в чате. Признавайте. Objects on the ground can be moved when one or more survivors get together to push it. Это шашлычная хуйня. Решеточка. Как надо будет помыть. Я скоро сдохну от голода, вообще хорошо. Да шоколад не понимает, еду. Вон, смотри. О, целых 5. Остальное будет сушняк мучить. И что мне теперь делать?
наверх пойдем. Ну пойдем наверх. Вдруг там будет. Че, не знаю, это ебаная шапка мелкая какая-то, блядь. Блядь, мои ворота. Выходи, бат! Thank you.
Богатство, аж водки, это точно нет еды. Где ты, вонючая? Oh!